Всем привет! Сегодня я покажу, как быстро сделать френч. На подготовленные ногти наношу праймер. После просушки на все ногти наношу каучуковую базу Fiora. Затем на все ногти наношу гель-лак Fiora под номером 094. Очень красивый цвет, и я его наношу только в один слой. Затем беру вот такие наклейки для френча и клею на все ногти. Беру зеркальную пыльцу от Iris под номером 09. И пальчиком втираю на свободный край. Снимаю наклейки и прохожусь бафиком по торцу. Затем прохожусь кислотным праймером. И завершаю маникюр двумя слоями топа без липкого слоя. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь до следующего выпуска. Всем пока!